Всем привет! Я уже заряжал сотовый телефон с помощью ноутбука, планшета, другого сотового телефона, смартфона, от солнечной батареи, от генератора, переделанного из мегометра. А теперь мы попробуем зарядить сотовый телефон с помощью шагового двигателя от принтера. У нас есть сотовый телефон, выпрямитель и шаговый двигатель. Давайте попробуем произвести зарядку. Надеюсь, вам видно, что телефон начал заряжаться. Конечно, так вращать шаговый двигатель не очень удобно. Но в случае крайней необходимости, даже таким способом, с помощью шагового мотора, можно зарядить сотовый телефон. Всем пока!